тесто. Нельзя. Женьку обижать нельзя. Вообще никого обижать нельзя. Вообще никого нельзя обижать. Такая Веста. Ну, там, Митюня спрятался в домик, ушел в свой королевский покой. Такая Веста. Говорит, эх, Женька пошла куда-то, говорит. Ну все, ладно, говорит. Ладно, говорит, она спаслась. Ей повезло. Ей вообще сильно повезло, да. Вот. Луноход один. Вот так вот мы ходим, драконим. Куда-то мы идем. Куда идем мы с пятачком? Так вот, кругаля даем. А у Весты все внутри клокочет. Все клокочет внутри, конечно. Тут он Женька кругали наворачивает. Попа только. Да. Ладно, говорит, сплю я. Ну. Да, мама Галя. Раскакала. Митюня увидел маму. Почему я сейчас ботинка? Давайте. Давайте. Еще ботинка. Бомс. Попу. Сабатунь. Да. Что там папа там? Снимает опять. Да, вообще. Этот папа. Снимательный папа. Ох, этот блогер. Угу. Ну-ка, папа, блогер, сунь нам руку. Я тут грозный. Что ты руки суешь? Я грозный. Иван. Митюн. Митюн грозный. Ты моя собака. Да, собака. Ты мой охранник. Самый охранный охранник мамин. Овчарка моя. Малинуа. Ты ко мне больше не подходи за сыриком, понял? А ты не придешь, скажи. Нету сырика. Давай быстро сырик мне. Ав. Как тебе когти подстригать, а? Тебя же сломает сразу. Ты же в истерике биться начнешь. Припадок, приступ начнется. Сейчас напишут, что вот у вас собаки. Нет, мы просто готовимся. У нас Юлик будет вести... Ой, Юлик, Митюня будет вести телеграм-канал про накоточки, про маникюр. Вот, поэтому мы готовимся к съемке контента. Мама говорит, я не такой. Ничего не знаю, надо. Надо, Митюня, надо. Ладно, двигаемся дальше.